Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов и описание этих работ, которые я нашел в интернете. Энкелад. Фонтан Энкелад. Позолоченный свинец работы Гаспара Марсии. Бассейн Энкелада, роща Энкелада, сады Версальского замка Франции. Сюжет этого фонтана был основан на мифе об Энкеладе из греческой мифологии. Энкелад, также Энцелад. В древнегреческой мифологии один из гигантов, сын Тартара и Геи. Во время битвы между гигантами и богами-олимпийцами, когда гиганты были побеждены, Энкелад бросился бежать. Афина гналась за ним на колеснице. По одной версии, его убил камень, брошенный этой богиней. Этот камень и стал островом Сицилия. По другой, он был уничтожен брошенным Афиной копьем и похоронен на острове Сицилия под горой Этна. Считалось, что вулканический огонь Этны – это дыхание Энкелада. Похожие мифы существуют про Тифона и Гефеста. В Греции землетрясение до сих пор называют дрожью Энкелад. В еврипидовской сатирической драме «Киклоп» Селен претендует на то, что именно ему принадлежит слава победы над Энкеладом. Но, скорее всего, автор подразумевал, что слова Селена всего лишь пьяное хвастовство. Ну, такое описание я нашел в интернете к работе Гаспара Марси «Энкелад». Фонтан, позолоченный свинец, сады Версальского замка Франции. Пока-пока, до свидания.